Фестиваль семейного творчества в детском садике «Аленький цветочек» проводит уже не в первый раз. Яркий, веселый, оригинальный конкурс в этом году получил громкое название «Минута славы». В фестивале приняли участие 15 групп нашего детского сада. Фестиваль проходил по номинациям «Песня», «Танец», «Оригинальный жанр» и «Любимому городу посвящается». 147 малышей и их родители пели, танцевали и даже показывали увлекательные театральные номера. Мы участвуем в конкурсе «Минута славы» и показываем такую постановку, где плохой волк хочет украсть и съесть всех, как обычно, козлят, но добрая мама-коза спасает всех. Ну и делаются по этому выводы. Конечно, в первую очередь меня поразило действительно творчество. Творчество детей, творчество родителей. Значит, поразили костюмы, как все это было, как все было преподнесено. Были интересные сюжеты, запоминающиеся, яркие. Все участники фестиваля получили призы, а исполнители самых красивых и ярких номеров заработали аппетитную награду – вкусные пироги.